Привет. Я не понимаю, кажется. Подключаешься, окей. А, блин.
Блин, я не понимаю. Я просто знаю, как вид от первого лица, но, блин, всей этой другой фигни я не знаю. С Окулусом и прочим. Ну да, там много всяких игр разных. Их целая куча. Готовьтесь к бою! Дело в шляпе! Если тут на пошу. Так, стоп, а что я буду сейчас иметь? Мне нужно звуки делать. Что ты там хрюкаешь, а? Пиздец, я просто в ахуе. Меня, короче, дома не было, и я на столе печенье оставил. Целую коробку. И моя 30 собака его секунд до начала сожрала все. сражения. Кроме одной. Она ее даже не откусила, она мне оставила одну печеньку. Моя собака сожрала все и оставила мне одну печеньку. Это, блин, жесть какая-то. Ты слышишь? О, у тебя клевые крылья. Битва начинается! Достойное подношение. У Геры тоже, короче, две За собаки, и близнецов! это пиздец. Если что-нибудь оставить на полу, то это будет все сожрано, короче. Да нет, ты понимаешь, она как бы сожрала все, кроме одной. Она типа оставила мне одну печеньку. Моя собака. Респект. Из всей коробки одну мне. Это, наверное, она, конечно, случайно ее оставила, но, блин, это жесть какая-то. Что у тебя за собака? Она большая, типа она метис, я даже не знаю, как назвать эту породу. Ой, как так? Короче, с этими очками виртуальной реальности, понял, вот ты же можешь на своем чаре нажать вот этот вот значок, как бы, и видеть себя, как, знаешь, как ну да, но MMORPG. Я понял. Вот там точно так же, ты стоишь в этих очках. И ты просто нажимаешь на джойстик, и ты как бы бегаешь за этими героями. Только это, например, матч, например, там, ну, какой-нибудь, не знаю, International. А, и ты это смотришь, просто матч как будто бы ты смотрится? там. Да, да, да. Я думал, ты имеешь в виду Ты прямо можешь в прям. игре. Да, то есть, например, International, и ты можешь смотреть International так, как будто ты прям там. Ну, прикольно. Это, ну нет, он мне говорил, типа, 3 дня, давай попробуй, я сказала, бля, я буду выглядеть тупо, в этих тупых очках, короче, Да что махать ты, да руками, и что типа, ты. да-да-да-да-да, и типа, я не хочу, потом он сказал, бля, и типа, это вообще Серьезно? самые крутые очки, да-да-да, я не хотела пробовать, и он говорит, бля, это, говорит, забегали, это самые крутые очки, короче, попробуй их, и я попробовала, и я просто охренела, я смотрела на подводный мир, там какой-то, там, типа, в темноте, в пещере, пиздец, ты трогаешь, короче, медуз, и они прям ёб твою мать, я реально охренела. Да ты рот закроешь или нет, О, блядь? блядь, Нет, загавкал нет. нахуй, блядь. Не вытерпел, Щенок, блядь, блядь. Ты гусь ебало, притупи, блядь, ты играешь. Короче, блядь. ты понял? Ну, да, И просто, например, это там... эти очки, они еще не Там так хит... хорошо развиты вообще, в принципе. Нет, слушай, это реально очень круто, потому что там кит, например, он прям около тебя пролетел. Это очень было круто. Но я не хотела долго пробовать, потому что ты выглядишь как дебил. Он сегодня стрелял из лука в какую-то там игру, бля, и он так выглядел тупо. Да блин, ну, ёбни. Ну, в этом есть и свои недостатки.
Можно ёбнуться обо что-нибудь очень больно. Наверное. Вообще эти игры, они, думаю, для хорроров больше зайдут. Пересраться можно нормально, наверное. Ну, он сказал, что я не пробую, потому что он говорит, это пиздец. Один раз он попробовал, он говорит, я, блядь, вообще, говорит, потом их, короче, коробку не открывал. Наверное, если этот жанр будет развиваться, то как раз через хорроры, наверное. Эти очки, они просто дорогие, люди их не покупают из-за цены. Поэтому... Да, они реально дорогие. Их уже давно придумали, этот Oculus Rift. Сколько лет назад? Верхнюю башню атакуй! Годика 3 назад, может. Блять, 5 лет назад. Там, кстати, есть видосы разные. Ну, вот это приложение какое-то было. Доты. Чего там в скайпе не пообщаться, блядь? Да ты, шапка ебаная, можешь замутить, блядь. Блядь, ну что ты вообще? Хули ты, блядь, возмущаешься? Вы заебали нас. Сука, что за гусь играет? Я ебу, блядь. А что ты свои 5 копеек вставляешь туда? Слышь ты, блядь, вот. Кидарюга, блядь, молчи. Я когда слышу твой голос, я прям представляю тебя таким сидящим в футболке цвета Украины, такого диванного критика, блядь. Салом. Во рту. Который и сидит, да, нахуячил себе на хлеб сало и такой зажирает, блядь. Чё, кому не хватает, вот и представляет это, что я тебе скажу. Мне только если сало на боках не хватает, чё-то. Не, давить этой хуйнёй только... Бля, ебать. Могут только ебучие шахты. Вот идите нахуй вот зубами. За близнецов! Так, что у нас там? Вашу нижнюю башню атакуют! Так, Джерри. Достойное подношение. Серия убийств. На что посмотри? Блять, как я люблю ебашить обезьяну. Это так просто, блять. И защитите свою верхнюю башню. Бей. Ёбнет его одну тычкой всего. Я не буду лезть.
Я вернусь и стану еще... Довольно. Прыгай, прыгай. Призрачный лим. К успеху шел. Не получилось, не протонуло. Да блять, ненавижу! Сука, просто не вкачал ульту. Прожал бы, блять, сейчас ульту и выжил бы. Невидимость. Как это тупо, блядь. Курьера сил тьмы убили! Не забывайте, что жестокое обращение с курьерами недопустимо! My words of power. Go. Ничего не деланье, прямой путь к потере нижней башни. Больно же! Прыгай, прыгай. Тихо! Ну, ловкость нихуя себе. Раз ловкость. Два ловкость. Нормас. Сорок семь. Это жестко. Да, сука, куда ты лезешь, ты не хватает? Чё у меня там? Так. Бей, 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 его надо убить. За близнецов! Чё ты скулишь?
бля, охуенно. Прекрасная душа для моей коллекции. Шо ты, а? Шо? Да, центральную башню атакуют! Ой, извини. Извини. Ой, ой, какая штука. Это вот что это такое, а? Силы тьмы укрепили свои сооружения, они выдержат любой шторм. Даже небо, даже я, все мы плачем по вашей центральной достойное башне. Достойное подношение. Деньги могут сходство. Ну, блядь, сел на дерево. Регенерация. Убийство! Вашу верхнюю башню атакуют! Вашу верхнюю башню атакуют! Соберитесь с духом и защитите свою верхнюю башню! Вашу верхнюю башню атакую! Соберитесь с духом и защитите свою верхнюю башню! Вашу верхнюю башню атакуют! Ваша верхняя башня разрушена! Вашу верхнюю башню атакуют! Силы тьмы укрепили свои сооружения! Потрясающе! Соберитесь с духом и защитите свою верхнюю башню! Вашу верхнюю башню атакуют! Вашу верхнюю башню атакуют! Силы света укрепили свои сооружения! Наверное, они заметили, что надвигается шторм! Вашу верхнюю башню атакуют! Увы и ах! Вашей верхней башне конец! Бля, один все плохо. Так иду. Блин, всем по пол хп сейчас. Глядите, вашу центральную башню атакуют! Сплошное разочарование! Удержать! Мертва! Глядите, вашу центральную башню атакуют! Вы что, совсем новички? Серия убийств! Ну и в
вашу центральную башню атакуют! Что-то они как-то как какие-то жесткие, блядь. Все прям по уровню. Вашу центральную башню атакуют! Глядите, вашу центральную башню атакуют! Сплошное разрушение! Глядите, вашу центральную башню атакуют! Вы что, совсем новички? Вашу нижнюю башню атакуют! Если хотите, могу провести поминки по вашей нижней башне. За разумную цену, конечно. Деньги могут всё. Вашу нижнюю башню атакуй! Ничего не деланье, прямой путь к потере нижней башни. Вашу нижнюю башню атакуют! У вас вообще шансы есть? Да, они где-то по 20 кило. Не верю! Соблизнецо! Двойное убийство! Смерть! Ваша нижняя башня разрушена! Мегаубийство! Вашу центральную башню атакуют! Ваша центральная башня разрушена! Кто? Не убежи! Двойное убийство! Двойное убийство! Глядите, вашу центральную башню атакуют! Сплошное разочарование! Вашу центральную башню атакуют! It's probably not a problem. Глядите, вашу центральную башню атакуют! Вы что, совсем новички? Ну, тупой. Что ты с ума сходишь, а? Тихо. Сходи сюда, не надо
Станет попроще. Да, блядь, что такое? Да что ты говоришь? И защитите свою верхнюю башню. Укрепили пришлите свои сооружения. Да, ты умеешь, типа... Вашу верхнюю башню атакуют! Да, я сейчас бахну нахуй. Ваша верхняя башня разрушена! Не свезло, так не свезло. По руинам ваших верхних казарм воет ветер. Это обезьяна охуела просто. Куда вон видит где-то здесь сидит? Морда. Цыц.
по-другому и быть не могло. Ничего не деланье, прямой путь к потере нижней башни. Атакуют! Ваша нижняя башня разрушена. Неудачно вышла. Ваши нижние казармы атакуют! Я покидаю. Ваши нижние казармы надвигается буря! Пора собрать кровавую дань! Прошу внимания! Ваши нижние казармы атакуют! От ваших нижних казарм осталось... Ваши нижние казармы атакуют! Ваши нижние казармы атакуют. Тучи сгущаются. Ваши нижние казармы разрушены. Не умру, блядь, сразу. Рошан убит силами света.
вашу центральную башню атакуют! Я ожидал больше. Вашу центральную башню атакуют! Ваша центральная башня разрушена! Да ладно. Ну, доброе утро, не спать! Ваши центральные казармы атакуют! Что это такое? Не умирай так быстро! Думали, я вам по зубам? Я? Ваши верхние казармы атакуют! Не время, те же цели! Ваши верхние казармы разрушены! Двойное убийство! Отлично получилось! Нужно будет повторить! Ваши центральные казармы атакуют! Какой кошмар! Да хватит скулить! Ваши центральные казармы атакуют. Лишь ветер гуляет, если вы не заметили. Теперь у врага есть были центральные казармы. Гайки шестеренки. Глядите, вашу центральную башню атакуют. Вы что, совсем новички? Пусть духи будут милосердны к вашей центральной башне. Она пала. Пусть духи будут милосердны к вашей центральной башне. Она пала. Вашу крепость атакуют. Победа сил света! Да, Харли, какая тяжелая. Что у нас там? Ой, блядь, жестко-то как. Сейчас пойдем на улицу, 2 часа ночи.
Вон, блядь.
Привет! Мы без тебя скучали!
Да, вы выпали, охуенные квесты, блядь. Сука. Шикарно просто, блядь. Пиздец, блядь. Чё за хуйня, сука? Блядь. Алло, эй. Так. Так, лапы грязные. Ну-ка нахер отсюда. Так. Алло, меня слышно? Эй. 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 Блядь, что такое? Я не понимаю. Выключен же. Блять, что такое? Я не понимаю. Выключен же. Все ясно. Так. Что? Ну-ка. Эй! Чё со звуком? Чё со звуком? О, отлично. Ебать, твой друзей? Ты не охуел, блядь? Алло. Такой зашел в скайп и хули меня не набираешь, блядь. Ну чё ты? Да. Что да? Чё, блядь, мне не позвонил? Я поссался с Герстовым. Почему мне не позвонил? Не знаю. Я поссался с Герстовым. Да мне плевать. Магний! И... Я в арену играю. Молодец. Я буду сражаться с честью. Два поражения подряд было. Обоссаться, блядь. Обоссаться или обосраться? Может, заспиться? Несчастные случаи были. Ну блин. Получи по наковальне.
есть ли что-нибудь интересное? Кому могила, а кому добыча? Нихуя себе. Нихуя себе. Два въебала или... Ой, бля, я даже не знаю, нахуй. Сколько тут будет? А тут нормально? Получи по наковальне! Если он не ёбнет ничего, то ему будет очень бобо. Вечность говорит моим голосом. Так, отлично. Кровь и золото! Победа за... Блять, он просто сдался, нахуй. Он просто сдался. Я настолько жесткий, блять. Просто сдался. Можно соперничать с таким жестким воином. Так, поиграю немного в телефон. Че, досмотрим в кинчик? Слышишь? Нет? Нет. А когда досмотрим? Не знаю. А, то есть завтра ты не хочешь, да? Я не в курсе. У тебя нету 40 минут свободно? Нету. Понимаешь? Не понимаю. Значит, ты дурачок? По-моему, это ты дурачок. Нет, ты глупый. Пиздец, моя собака коробку печенья сожрала, прикинь, и оставила мне одну печенюшку, блядь. Она ее даже не покусала, просто одна печенюшка лежит, прикинь. Круто. Да, блядь. Чё тебе похуй, но это же реально забавно, блядь, прикинь. У меня на столе лежала коробка печенья, блядь. Я прихожу, она валяется на кровати. Коробка. И внутри одна печенюшка, блядь. Сука, ну не смешно, а, блядь? Не смешно? Не знаю. Ты дал.